Сегодня 20 июня. Озимая пшеница, сорт Широтан. Норма высева 2 миллиона. Колос заполнен, можно сказать, полностью. До 4 зерен в колоске. Он относительно ранний сорт, раньше, чем Лиговская, Скипетр. Поэтому уже ости начинают светлеть. Это 2 миллиона, 3 миллиона. Достаточно густо выглядит ранний срок. Здесь 10 сентября. 4. Пять, шесть раннего срока. Так выглядит. Шесть. Средний срок 2 миллиона. Чуть пониже посев. 3, 4, 5. Это 20 сентября. 5, 6, 6 миллионов. И это 2 миллиона уже позднего, 30 сентября, срок 2, 3, 4, 5, 6. 6 чувствуется на позднем сроке такой. Посев достаточно густой, просматриваются рядки. Так что вот Широтан, относительно ранний. Ранний сорт, такой он на сегодняшний день, на 20 июня.